Итак, Мелинда, чем занимаются ваши родители? Мой отец умер, а мама работает в банке. Мои соболезнования. Это круто. Он умер, когда мне было 7. Я специализируюсь на людях, потерявших родителей в раннем возрасте. Все в порядке. Он оставил мне ягуар. У него сиденье с подогревом. Мелинда собирается в школу дизайна. Я хочу делать одежду для полных девушек. Амбиция — это прекрасно. Без амбиции не было бы паралимпийских игр. Это мое призвание. Это здорово. Полным тоже нужна одежда. Тебе нравится Эдриан? Да. Эдриан немного... Немного потерянный. В смысле? Эдриан хороший мальчик, но он средний ребенок. Давай не будем. Поговорим позже, Мелинда. Я дам тебе пару профессиональных советов, как обращаться со средними детьми. Я так хочу, чтобы Эдриан кого-то нашел. Хотя брак — это как ежедневное самоубийство. Точно. Но нам пора. Ты шутишь? Я приготовила тамале. Я что, их не подала? С каких это пор ты для меня что-то делаешь? Особенно тамале. Я учу испанский, решила познакомиться с культурой. Обожаю мексиканскую еду. Конечно. Оле! Оле!